российской истории есть особые, судьбоносные даты. Одна из таких – 22 июня 1941 года. С 1996-го эта горькая дата стала официальным днем поминовения, но фактически он стал таковым гораздо раньше. День поминовения – как дань памяти всем погибшим в годы Великой Отечественной войны, а также жертвам всех войн за свободу и независимость России. В Сибири не было войны, сюда фашистов не пустили, за это голову сложили в Сибири храбрые сыны. К началу Великой Отечественной войны в Бердске проживало более 6 тысяч человек. На фронт ушла значительная часть населения города. Бердчане принимали участие в тяжелых битвах под Москвой и при защите Бреста, в боях под Сталинградом и Курской дугой. Традиционно, в День памяти и скорби, по всей стране проходит минута молчания. В этом году она состоялась в 12 часов 15 минут по московскому времени. В 16:15 по новосибирскому времени бердчане присоединились к всероссийскому торжественной акции. На одну минуту прервалось эфирное вещание, прекратилась работа организаций. Священная память о той страшной трагедии, которая угрожала человечеству, хранится в сердцах всех ныне живущих поколений и будет россиянами почитаться всегда. Жди меня, и я вернусь. Всем смертям назло. Кто не ждал, тот пусть скажет. Повезло. Не понять не ждавшим им, как среди огня, ожиданием своим, ты спасла меня. До тебя мне дойти нелегко, от смерти четыре шага. Пой, гармоника, вьюги назло, запутавшее счастье зови. Мне в холодной землянке тепло от твоей негасимой любви. Свято соблюдается традиция, хранимая на протяжении многих десятков лет. В День памяти и скорби о погибших в Великой Отечественной войне торжественное возложение цветов к вечному огню на мемориале славы.